Сегодня Московская биржа закрыта в связи с майскими праздниками. Торги возобновятся завтра, 5 мая. 30 апреля состоялось очередное заседание Центрального банка Российской Федерации, по итогам которого было принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 1,5%, что в целом совпало с ожиданиями рынка. Консенсус-прогноз был на уровне 1-2%. Реакция российской валюты на это событие была достаточно ограниченной. По итогам торговой сессии рубль несколько ослаб против доллара и евро. Ослабление произошло также в ожидании майских праздников. Поддержку российскому рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть. В четверг баррель Brent оценивался рынком в 67-37 долларов за баррель. По данным американской компании Baker Hughes, число буровых установок продолжает активно сокращаться, что и в дальнейшем будет оказывать поддержку ценам на нефть. Кроме того, в пользу российской валюты также играют аукционы Минфина, размещение ОФЗ, которые способствуют, в свою очередь, укреплению рубля. На текущий момент уровень поддержки для доллара находится на отметке 50 рублей 60 копеек. При прохождении этого уровня продажи доллара начнутся с отметки 48.39. Евро пока укрепляется на валютном рынке. Соответственно, по паре евро-рубль ожидаем небольшой рост.